Всем добрый вечер. А у нас тут какой-то Марс, я не знаю. Интересное представление Солнца. Хотелось было сказать Луны, но вот Солнце. Лунная дорожка. И сегодня какое-то торжественное мероприятие. Не пойму, смотрите, сколько молодежи на пляже. Очень-очень много. Не знаю, чего они все тут. Вроде еще не выпускные классы. Точнее, не выпуск. Не знаю. Ну что, красиво, интересно. Минутку послушайте море и пойду, наверное, запечатлеть данный закат. Достоин того, чтобы его запечатлеть. В оттенках, я имею в виду. Какая-то чайка маленькая-маленькая такая пролетела, еле летит. Походу еще птенец. Ну что, друзья, идемте на причал, посмотрим, что там творится. Тут интересно, красиво, но недостаточно ярко все-таки для 4К формата. Поэтому не будем сегодня, наверное, снимать. Ну, сколько много молодежи, прям аж, не знаю, сезон что ли начинается. Встретимся на пляже, точнее на причале. Людей сегодня много достаточно гуляет, ветерок немножечко утихомирился, и все выглядит как хорошо. Кстати, завтра 14 число, и возможно завтрашний закат я покажу вам уже вживую, постараюсь в этом случае. Вот так, посмотрим, что будет завтра. А вот послезавтра мне повезло, послезавтра я в Краснодар. Все, идемте на причал. Итак, друзья, я по набережной уже иду. Хотя я по ней, в принципе, и шел. И скажу вам, что прогуливающихся, не пугайтесь, это болгарка, наверное, достаточно много на набережной. Выходной день. Вот такой вот выходной денек у нас сегодня. Пойдемте зафиксируем очередной фрагмент марта. По привычке все хочу сказать февраля. Не знаю, что-то запало в голове. Февраль. Вот такой вот он. Необычный закат. Возможно, солнце нас еще как-нибудь может удивить. Но я, честно говоря, уже очень сомневаюсь. Но если вот там вот удивить эти красные-красные пятнышки, там вполне реально, что солнце даже покажется. Надежда есть, но что-то мне не хочется ждать, если честно. Пойду лучше что-нибудь поэкспериментирую. А хочу поэкспериментировать, знаете, с чем? С ускоренной съемкой. Возможно, я, если я сейчас правильно понял, то я включу ускоренную съемку и сниму какой-нибудь маленький-маленький ролик, который фактически у меня займет, наверное, минут несколько, но вам он будет представлен в течение там 1-2 минут. Ускоренный. Ну, как вы знаете, сапоги-скороходы. На этом всем пока. До завтра. Завтра я еще в Азовской. Но опять же повторюсь, возможно, завтра будет у нас прямой эфир. Придем сюда или, не знаю, на Москву звезду, или на Фламинго. Решим завтра. Всем пока. До новых встреч.